Сейчас в территорию края проходит холодный фронт. Мы ждем на этом фронте осадки, притом на Черноморском побережье вполне возможно формирование смерчей. Осадки у нас продлятся в течение, по крайней мере, на двое суток у нас выписано штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоявлений. А вот уже начиная с воскресенья погода будет постепенно выравниваться, улучшаться, будет больше солнца. И на побережье солнце заглянет, конечно, в первую очередь. Лето у нас еще будет, температурный фон в сентябре у нас достаточно комфортный, даже к концу сентября мы ожидаем, что температуры ниже 20 у нас однозначно опускаться не будут, в среднем температурный фон будет порядка 22-27 градусов по территории края, морская вода у нас комфортная, 25-27 градусов, поэтому я думаю, курортный сезон как минимум еще недели две продлится. В целом погода будет еще все-таки летняя.